пшеница, кукуруза и подсолнечник в прошлом году были самыми распространенными сельхозкультурами в Молдове. На севере и юге страны аграрии отдают предпочтение зерновым, а в центральных районах больше специализируются на выращивании фруктов и орехов. Данные относятся к землям, находящимся в управлении фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. Отчет представило Национальное бюро статистики. В прошлом году аграрии с севера Молдовы засеяли свыше 130 тысяч гектаров подсолнечника, около 110 тысяч пшеницы и почти 90 тысяч гектаров кукурузы. Это больше всего по стране. Кроме того, в этой зоне самые большие площади картофеля и сахарной свеклы. Эти культуры выращивали в Бричанском, Дрокиевском и Дандюшанском районах. Север также известен своими крупнейшими яблоневыми садами. И в центре страны аграрии засеяли много кукурузы, пшеницы и подсолнечника. А также они разбили крупнейшие ореховые сады, которые занимают около 6 тысяч гектаров. Только в Новоаннинском районе их площадь составляет примерно 2200 гектаров. Это почти равно размеру всех подобных плантаций на юге страны. Зато в южных районах самые большие по площади виноградники в Молдове. Тут находится свыше 14 тысяч гектаров плантаций, что вдвое превышает площади виноградников в центральном и северном регионах. Только аграрии Кагульского и Кантемирского района владеют угодьями, общая площадь которых почти равна площади всех виноградников в центре страны. При этом в прошлом году юг был на втором месте по площади земель, засеянных пшеницей, кукурузой и подсолнечником.